Ну что, друзья, всех приветствую на канале. 9 ноября, 17.42. Мы закончили молотить наконец-то сою, убрали 110 гектар сои, наконец-то, вот сейчас уже. КамАЗы все уехали, сейчас, короче, буду сам ехать, друзья, и вести зерно на бригаду. А на бригаде уже спите. Поехали. Вот, в общем, вчера, друзья, был дождь, вчера мы не молотили. Сегодня мы молотили, значит, с 10 утра. Ну, как раз успели домолотить. Вот, в один комбайн, так как Полесье нас подвел, ломался постоянно, друзья. Завтра буду проводить уже ТО всей техники, ТО Джон Диру моему, перегрузчику, так как после такой уборочной надо его помыть, починить. Короче говоря, отработали мы, друзья, вдвоем. Дальше нас ждет 200 гектар подсолнуха. У нас 168 поле номер 4 и 63 номер 26, это которое возле, ну, возле 25-го, возле сои, короче говоря. Сейчас выгружу, друзья, и поеду, думаю, домой. А завтра уже посмотрим, что будем делать завтра. Вот я не снимал всю, друзья, вам уборочную. Я снял только начало, середину и конец уборки, так как смысла не вижу снимать всю уборочную. Так, ну я думаю, куда камазик? Сюда подъехать. Сюда подъеду сейчас. Разгружусь. Кстати, нам новый КамАЗ привезли. Все, друзья, сейчас разгружаемся и все. Трактор где-нибудь тут брошу. Где-то. Десять тонн еще осталось. Ну, сейчас позову этого КамАЗиста Михаила. Короче, друзья, все, выгрузились. Комбайны приехали, все приехали. Мы тоже стоим назад, сейчас станем рядом с комбайном. Все, завтра, друзья, уже будем обслуживать технику, обслуживать стоит. Мыть будем комбайны, трактора. Если, конечно, завтра дождь не пойдет. Ну, рядом с комбайном встану. Кстати, Полесье в этом году мы будем продавать. Он нас разочаровал. Все. Вот они, три красавца. Итого, друзья, давайте подводим итоги нашей уборочной. Итого, со 110 гектар у нас получилось, друзья, с вами почти 1000 тонн, 879 тонн у нас получилось.
эти 879 тонн мы будем, наверное, где-то зимой отвозить на продажу. Но до зимы нам еще очень, друзья, далеко. В общем, сейчас сажусь в машину, друзья, и буду уезжать потихонечку. Может, на буханку даже сяду, не знаю. Сейчас Лёшка должен приехать в магазине или где был. Подождать его, не подождать. Короче, работать дальше будем. Вот, кстати, Кировец сегодня в этом году будет работать. Ну как сегодня? В этом году будет работать на пахоте. И Лёшка потом на шестерке будет работать в Женере. Фух, еле, друзья, добежал. Короче, Лёшку агроном забрал. Подвез домой. А букан поставил мне. Короче, давайте сейчас проедемся на нашей буханке. Не нашей, а Лёшки, вернее. Проводимся. Давайте на дальний. Так, ну как всегда. У меня с механикой немножко все это на буханочке. Все, поехали домой. Сейчас давно вам хату не покажу. Какую я купил. Опа. Все. Едем. Не знаю, записывать ли мне, продолжать ли запись этой серии, или на этом закончить, приехать домой и закончить. Сделать такую коротенькую серию, без понятия, друзья. Ладно, посмотрим еще по погодным условиям. Кстати, у нас, вот видите, кукуруза еще созрела, нам еще кукурузу молотить. Короче, да. А ну-ка, дальний включу. Вот тут поворотники надо включать, потому что тут бывает выезжает техника. Как всегда. Сейчас главное дом свой не прошлепать. Он где-то тут у меня. Вот это вот. Нет, это не он. Похоже, я... Он где-то здесь, в доме, я до сих пор это так не выучил. Местность. Вот, да, это мой. А, вот, друзья, мой дом, вот он. Видите, сейчас сделаю такую экскурсию. Вот он, мой домик. Все, буханочку под навес. Такие у меня тут, друзья, фонарики. Нормально обустроился. Тут у меня банька, сейчас зайдем в сам дом. Банька тут.
иногда тут парюсь. Так, ну и давайте, собственно говоря, заходим в сам дом. Где тут свет подключать? Во. Вот он, свет. Открываются окна, друзья. Здесь у нас санузел. Здесь, как вы поняли, кухня-студия. Ну и здесь вот мое логово, где, собственно говоря, я отдыхаю, а там находится речка. Кстати, окошко давайте откроем, проветрим. Вот, в принципе, друзья, и все. Сейчас буду отдыхать. Посмотрим, что будет завтра. Поеду ли я, не поеду на бригаду. Короче, не знаю, друзья. Сейчас пойду покупаюсь после рабочего дня. Все. Встретимся с вами уже завтра. Все, друзья, всем пока. Итак, друзья, всем доброе утро. 6:08:56. В общем, только встал, агроном позвонил, сказал, что можно обслуживать технику, готовиться, короче, к уборке подсолнуха. Кстати, говорил, что вам покажу речку. Давайте вам бегаю, покажу речку. Вот она. Летом купаться тут нифиг делать будет. А здесь еще огородики распахать можно будет. Короче, друзья, сейчас кушаю, одеваюсь и выхожу. 9:07, 10 ноября. У нас что сегодня вообще по погоде? 13 градусов. Прохладно с утреца, знаете. С утреца так, блин, прохладно я аж. Я аж одел... Приоделся я аж. Вот. Аж куртку приодел. Что прохладно. Так. Заводимся. Заводимся, друзья. Сейчас немножко, друзья, прогреем машину. Ну все, думаю, уже. Так, ну как всегда. Как всегда, как же без этого. Сейчас будем мы джунгируем, технику, друзья. Так, все, поехали. Позвонили мне. Девушка позвонила, сказала, что я за ним ехал, его инженер забрал. Говорю, хорошо, тогда я прямиком на бригаду еду. В общем, готовиться, друзья, сейчас будем к уборке подсолнуха и кукурузы. Якобы агроном сказал, что сначала мы убираем подсолнух. А потом уже аж можно зимой и кукурузу убрать. А в декабре. Так что... Не знаю. В любом случае нам нужно будет технику сейчас все подготовить. Уборки. Не, в принципе, мы сегодня могли выйти, да, но сегодня как-то все, наверное, хотят отдохнуть, да, сегодня подготовиться еще надо.
Короче, посмотрим, что у нас вообще будет по погоде. Возможно, может быть, даже не на этой неделе мы выйдем. Учимся, друзья мои. Буханка рвет, да? Обожаю эту буханку. Сейчас пропустим. Всё. Поле убрано, красота, друзья. Зимой, возможно, я буду работать даже дальнобойщиком, немножко поработаю, на КамАЗе покатаюсь. Но это, друзья, не точно, не знаю. Заезжаем. КамАЗ тут до сих пор стоит. О, мастерская открыта. Значит, что уже. Уже скоро будем работать. Обслуживать технику. Куда-то сюда буханку поставлю. Вот, кстати, моя машина, я что-то по сельву не ездил. Это машина инженера, если что. Вот. Лизард машина. Ой, фу, не инженера, а агроном. Вот моя машина. Так, ну все, друзья, мы приехали. Можно так сказать, всех с добрым утром. Все, давайте едем к нашему Джон Диру. Для начала мы его помоем. Давайте, наверное, на КамАЗ, что ли, отгоним, а? Надеюсь, не будет никто против. Если я сам отгоню КамАЗ. Я же тоже не разучился еще ездить на КамАЗе. Опыт не пропьешь. Я в КамАЗе после звилка поставлю, я думаю. О, как раз щетка. Все. Пускай КамАЗик стоит возле вилка, хотя можно было его сюда поставить, но... Короче, потом переставим. Сейчас я занимаюсь Джон Диром, друзья. Сейчас мы его обслуживаем, моем его. Он грязный. Фоточку на память. Это у нас внутри перегрузчика-то. Давайте заглянем внутрь. Внутри, конечно, тут страх. Грязи столько, что... Лады, сейчас все вымоем. Заводимся. Немножко сейчас прогреем трактор и... Поедем. Кстати, к полиции говорят, что через неделю будет продаваться все. За ним приеду через неделю, поэтому. Его тоже будут скоро обслуживать. Вот, кстати, КамАЗ там приехал. Так, ну, думаю, уже можно будет сейчас уезжать потихоньку.
потихоньку выезжаем, потихоньку сейчас припаркуемся, помоемся. Я думаю, мы сегодня только наш Джон Дир будем обслуживать, а остальное, в принципе. Заглох что-то трактор. Трактор что-то заглох. Странный. Сразу развернемся, друзья. Так, ну давайте мыть нашего. Оленя нашего. Сначала трактор помоем, потом перегрузчик. Чтобы мы же на подсолнух выехали уже с чистым оленем нашим. Негоже быть такому жундиру грязным. Так, трактор помыли, теперь давайте перегрузчик. Вода потом стечет, все равно мы сегодня молотить не будем, я открою там веслом, когда вода стекает. Я думаю, мы перегрузчик будем уже обслуживать, когда это. После всего абсолютно уборочной уже перегрузчик обслужен. Поэтому можем пока что перегрузчик мы ставить, в принципе. Трактор нам нужно обслужить. Сейчас нам нужно конкретно обслужить Джон Дир. Вот так. Как раз. Ого. Так, ну Джон Дир более-менее обслужен. Более-менее исправлен, но все равно давайте. Да, обслужен. Конечно, мы перегрузчик надо было желательно обслужить. Так, сейчас ворота открою, друзья. Погодите. О, хорошо. Все, думаю, сейчас Джон Дир обслужим на этом и все. Так, состояние исправно. А, обслуживание он не... Что мы можем настроить в нем? Балансировка колес. Спарка, конечно, будет, да, стоить прилично. Но спарку нам пока что на
Джиндер не надо. Окей, тогда ставим трактор на место. Можно будет заканчивать. Джон мой стоит на месте. Красота. Ожидание уборочной страды. Потом дозаправлю я трактор, и будет все супер. А что по прицеп-перегрузчику меня там вообще интересует? Что по прицепу-перегрузчику? По перегрузчику у нас, значит... А, вот как раз перегрузчик и надо было. Обслуживать урон 100%. Бля. Ладно, не буду откладывать это дело, давайте сразу поведемся. Обслужим перегрузчик. Чё-то я это поспешил, я думал, ладно, трактор будет обслужить, я чё-то... Не зря же поговорка есть, поспешишь, людей насмешишь. Чё-то я это... Давайте, значит, как-то перегрузчик быстро... Отвезем, обслужим. Все, поехали. Ну да, вот можно смотреть, он убитый уже в клан перегрузчик. Такая ямка не очень хорошая. Надо сейчас еще взять радиус побольше. Так. А, ну автоматом что ли починились? Это, друзья, если что, я установил мод на триггер, потому что здесь нет мастерской. Так, тогда прекрасно, друзья. Просто тогда прекрасно. Тогда можно все ставить обратно перегрузчик и на этом заканчивать. Так. Рядом с КамАЗом давайте поставим перегрузчик. Вот так, все. Ну, едем. Ставим наш джиндир и будем завершать. Так как с комбайнами то же самое, обслуживание. Мойка, обслуживание, в общем, ничего интересного. Да, друзья. На этом все. Всем удачи, всем спасибо. Встретимся на уборочной подсолнуха. Всем пока.